Всем привет! И сегодня мы едем кататься на дёрты, на фокстрейлы с Саньком. Это последний день, как Санёк здесь, потом на полторы недели уезжает во Владивосток. Приехали, Санёк прыгает первым, он взял у меня шлем. Первый, второй, получается, дёрт. Вот эта вот кочка, капец, конечно, неудобная. Я сначала съезжала без тормоза, меня, короче, выкинуло. Ну и, в общем, на БМ это не очень приятно. Второй раз я, короче, взялся одним пальцем за тормоз. И вот так вот гораздо удобнее прыгать. Потому что я, короче, вылетел, вот так вот проехал. Вот здесь выехал, и вон в ту канал, короче, чуть не упал. Перепрыгнул через него, баником успел. Вот так вот. Давай, Никита. Заехали в другую часть фокстрейлов. Сейчас будем пытаться вот этот первый прыгнуть, перелететь вот эти доски, ну хотя бы наполовину. А дальше, скорее всего, не сегодня, а в какой-нибудь из других дней, когда мы уже прикатаемся. У Санька слетела цепь, сейчас чинит и будет прыгать. Нет, она между шестеренкой и великом застряла. А, да, короче, смотри. У Никиты так же было. Она иногда выходит, иногда нет. Ну вот, иногда у нас не получалось. Сейчас давай попробуем. Все нормально, получилось выдернуть, так что сейчас Санек прыгает. Сейчас попробует прыгнуть Некит. Некит пошел с другой стороны. Сейчас я ему буду помогать поднимать велик. Сейчас, давай я спереди. Давай. Сейчас спускаемся. И все же техника езды на беговеле проста. Малыши отталкиваются ножками от земли, разгоняются, а затем, подняв ножки и балансируя телом, катятся. Сегодня не перелетел этот дёрт. Постараюсь в следующий раз перелететь, когда мы здесь будем.
Заехал, купил морожку. И сейчас едем на новое поле. Там есть еще полоса препятствия, так что попробуем ее пройти. Приехали на поле. Сейчас поиграем в футбол. Как играем в футбол, я снимать не буду, но сейчас покажу вам полосу препятствий. Вон полоса препятствий. Вот такая вот. Вот такое видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!